за Айюр. Здесь, среди теней. Жизнь за Айюр! Жизнь за Айюр! Так, погоди-ка. Зачем я постоянно его кидал, если оно висит постоянно? Сердце тьмы.
месторождение минералов истощено. Я — голос затмения. Пилон пустоты. С его помощью я смогу призвать неразимов. Мы пришли на твой зов, темный прилад. Ради возмездия. Найти пилона. Заманчиво. Пустота холодна. Будь по-твоему. Я не буду служить тебе вечно, Вераку. Я не буду служить тебе вечно. Очень разумно. Ради возмездия. Мы едины с тенью. Мы крадущиеся тени. Тени. Еще один пилон пустоты. К твоим услугам, Зерату. За тебе. Хорошо. Заманчиво. Зерату, предавший Кхалу! Месторождение минералов истощено. Кто-то затмил разум этих зелотов. Должно быть, здесь замешан гибрид. Нам надо сосредоточиться. Ради возмездия. Тебе. Ради возмездия. Похоже, это последний пилон пустоты. Мы вышли из тени. Неплохо. Очень разумно. Я голос затмения. Я не буду служить тебе вечно. Ради возмездия. Вера. Вершитель Силентис. Я обнаружил пропавших тамплиеров, но разум их помутился. Ими словно кто-то управлял. Силентис? Сирату, я чувствую твое присутствие.
Кхала наполнена яростью. Она порабощает мой разум. Артанис, держись! Мы идем к тебе. Ваши жизни бессмысленны и бесполезны. Я дарую вам спасение. Амун. Темный бог здесь, на Аюне. Он захватил контроль над Кхалой. Тамплиеры повержены. Братья неразимы, мы лишены нейронных уз. И только благодаря этому сохранили рассудок. Мы должны остановить это безумие. Нужно добраться до юного Артаниса. Надеюсь, еще не слишком поздно. Я следую своему призванию. Эти голоса шепчут о забвении, о спасении. Арутин Раджакал. И секунды без боя. Нас ведет пророчество. Я найду выход. Я верен тебе. Слава Делаамам! Я следую... Кхала! Гнев! И ярость! И секунды без боя. Я найду выход. Честь ведет меня. Я верен тебе. Слава Дела. Я слышу его шепот. Борись, Артарис. Не дай Амуну поглотить тебя. Вечная ненависть. Он осквернил Кхалу.
ведет тебя Изелнага. Зератул. Прости меня. Печально. Двадцать зелотов или сталкеров. Все контейнеры на сложности боец. Кузнец Каракс, я искал тебя. Артанис, хвала богам. Твои нейронные узлы, их нужно отсечь. Это уже сделал темный тамплиер. Я больше не связан с Халой. Сколько нас осталось? Я спас всех, кого мог. Идем, мы должны покинуть эту планету, пока не поздно. Покинуть? Как? Копье Адуна все еще покоится под руинами Коршакала. У него древние генераторы, но одаренный кузнец вроде тебя сможет их активировать. Копье Адуна? Я... Для меня честь иметь такую возможность, и мы не должны ее упускать. Да, это так, Каракс. Отправляемся в путь. Иерарх, мы направляемся к копью Адуна. Если его генераторы еще можно запустить, я это сделаю. Как только я приведу его в рабочее состояние, мы сможем покинуть эту планету. Пушка добавляется и батарейка. Короче, будем защищать базу, а потом, как обычно, всякие Адуна там активировать и так далее. Копье Адуна покоится под местом, где когда-то находилось сердце Конклава. С его помощью я надеялся одержать окончательную победу над зергами. Но теперь это наш единственный шанс на выживание. Артанис, почему ты бежишь от спасения? Силендис, ею управляет Амун. Каракс, нам необходимо включить системы копья Адуна.
Первое энергетическое ядро уже включается, но остальные четыре еще заблокированы слизью. Понятно. Значит, их нужно очистить. А что с системами защиты? К сожалению, они обесточены. Но системы поддержки копья Адуна могут помочь нам. Они позволят нам установить пилоны в любом месте поля боя. Мы должны поставить здесь хотя бы один, как можно скорее. Так, пилон. Иерарх, эти фотонные пушки могут защитить наш Нексус. Чтобы включить их, нужен всего один пилон. Его можно вызвать с помощью копья Адуна. Нажми кнопку «Вызвать пилон» в верхней части экрана. Теперь противников в радиусе поражения могут обстреливать наши пушки. Если они при этом получат урон, батарея восстановит их щиты. Работоспособная линия обороны, безусловно, необходима для успешной эвакуации. Но наша главная задача — очистить энергетические ядра от слизи. Теперь мы можем преобразовать наши врата во врата искривления, что позволит вызывать воинов в любую точку, где есть пилон. Построить больше пилонов.
нашему Нексусу приближаются зерглинги. Надо укрепить оборону. Засекли поблизости обесточенные врата искривления. Вызвав рядом с ними пилон, мы обеспечим врата энергией и захватим преимущество. Я рекомендую воспользоваться способностью копья Адуна. Хотя наши зонды тоже могут справиться с этой задачей. Улучшение завершено. База атакована.
Улучшение завершено. Так, значит, врата искривления энергии. Так, и 4 ядра. Еще одна стая зерглингов приближается к Нексусу с юга. Улучшение завершено. Так, что это? Пассивный эффект? До 3 зарядов. Вот это нормальная тема. Разместите строение в энергетическом поле. Я здесь, среди теней. Я здесь, среди теней. Сердце тьмы. Жизнь за Айю.
Очень разумно. Ради возмездия. Заманчиво. Наши войска обнаружили врата искривления. Надо только обеспечить их энергией, вызвав пилон. Иерарх, врата искривления готовы к работе. Мы можем немедленно начать вызов войск. Среди теней. Ради возмездия. Вераку. Хорошо. Я не буду служить тебе вечно. Будь. Не сопротивляйся. Избавься от боли. Очень разумно. Я не буду служить тебе вечно. Хорошо. Я включил еще одни врата искривления. Подготовь их к немедленному использованию. Айур.
крадущиеся тени. Ну, погнали. Так, еще одни ворота, говорят, есть. Ради возмездия. Путь открыт. Непорочно и несовершенно. Я преображу ее. Ради возмездия. Энергетическое ядро запущено. Сенсорные системы копья Адуна активируются. Не отвергай свою судьбу, Артанис. Твой народ наконец обрел истинное единство. Сенсоры готовы к работе. Погоди. Что это? К нашему Нексусу приближаются призмы искривления. Сталкеры, уничтожьте их! Иерарх, в этом направлении выявлено присутствие протосов. Энергетического ядра там нет. База атакована. Здесь, среди теней, будь по-твоему. Веракул. Заманчиво. Хорошо.
Очень разумно. Пригодятся тебе. Хорошо. Заманчиво. Пустота. Я здесь, среди теней. Знает нашу ярость. Все. Наш пилон атакован. Будь по-твой. Враг познает нашу ярость. Хорошо. Ради возмездия. Очень разумно. Заманчиво. Я не буду служить тебе вечно. Крадущиеся тени. Я не буду служить тебе вечно. Мои крадущиеся тени. Очень разумные. Отличная работа, Иерарх. Теперь все заброшенные врата искривления под нашим контролем. Месторождение минералов истощено. Жизнь за Ай! Газовый гейзер иссяк. Сердце тьмы. Месторождение минералов. Газовый гейзер иссяк. Месторождение минералов истощено. Месторождение минералов истощено.
пригодятся тебе. Семена моей победы. Черви Нидуса. Воины, уничтожьте их. Нам еще рано сдаваться. Среди теней. Тебе вечно. Обретем славу на поле боя. Крадущиеся тени. Враг познает нашу ярость. Месторождение минералов истощено. Обретем славу. Я здесь, среди теней. Хорошо. Нашу ярость. Я не буду служить тебе вечно. Я здесь, среди теней. Я здесь, среди теней. Почти закончили. Скоро копье Адуна сможет взлететь. Осталось подключить лишь одно ядро. Довольно. Я положу конец этому циклу вечного безумия. Не сопротивляйся и прими спасение. Войны прекратятся. Все будут едины. По-твоему? Подача энергии завершена. Копье Адуна готово к взлету. Фазовый кузнец, принеси на борт всех перворожденных, свободных от воли Адуна. Мы должны покинуть этот мир, если хотим выжить. Как ты призыв. Ну, позырим, что там дальше с этим копьем. Ролик, наверное, позырю и сохранюсь.
Короче, как Гиперион. То же самое. Развивать корабль, прокачивать. Войска. Адуна, вершина творения Кхалаев, последний из трех ковчегов, созданных, чтобы сохранить наше наследие в самые темные времена. В его отсеках дремлет множество зелотов, отважных тамплиеров, погруженных в стазис, чтобы стать частью армии этого судна. С болью в душе я начал отсекать их нейронные узы. Нижние палубы выделены под звездную кузницу. Тут создается оружие. Это судно хранит много тайн. Его технологии древние, но очень сложные. Его создали в славные времена, когда свет нашего народа сиял подобно солнцу. Звездный атлас обновлен, Иерарх. Здесь ты можешь выбрать следующий пункт назначения. С этим судном мы отомстим за случившееся, Каракс. И освободим тамплиеров. Так, Звездный атлас... И чё, Шакурас и Кархал. Можно посмотреть. Аюр вновь потерян. Мечты отвоевать его рассыпались в прах. Мы должны прекратить это безумие. У тиранов на Кархале есть ключ Зелнага. По словам Зератула, он должен привести нас к спасению. Я не видел командира Рейнора уже много солнечных циклов, но думаю, он с радостью передаст нам ключ. Да, посмотрим. Неразимы Шакураса ритуально прерывают свою связь с Кхалой. Благодаря этому лишь они из всех перворожденных сохранили свободу. До них нужно добраться, прежде чем это сделает Амун. Ты смотри-ка, защитное строение с низкой скоростью атаки наносит огромный урон с большого расстояния, но требует много ресурсов. Интересно. Постоянная маскировка, вот это прям круто. Сначала выйдем. Не-не. То есть, кроме Звездного Атласа, никуда нельзя сейчас? Хорошо, ну тогда... Азия. Сначала. Перелетим. Протасов, говорит командир Джеймс Рейнор. Артанис? Дружище, как же я рад тебя видеть. Друг Рейнор, кажется, ты немного занят. Обычный рабочий день. Кто эти мятежники? Они называют себя Корпус Мебиуса. Головорезы Наруда. Нападают на планеты по всему сектору, никого не щадят. Нам докладывают, что их возглавляют гибриды. Воистину, от Амуна не укрыться нигде. Укрепить эти перегородки, все к отметке Альфа-7. Нужно сформировать линию фронта.
Они захватили нашу орбитальную платформу «Небесный щит» и уничтожили атмосферные стабилизаторы. Она теряет высоту, и если упадет, Августграду конец. Мы не допустим этого, командир. Свяжите их флот боем. Не подпускайте к нам. Прямо как в старые времена, приятель. Прежде чем вступать в бой с противником, будет разумно изучить наши боевые резервы в военном совете. Так, совет, мостик, что это? Солнечное ядро — это что-то другое. Архив — это задание. Так, ну можно побазарить. Каракс, даже без света Кхалы я чувствую твою грусть и твою боль. Даже копье Адуна не радует тебя. В этом все и дело, Иерарх. Лишившись Кхалы, я ощущаю себя слепшим. Я не могу почувствовать твоих эмоций, познать глубину твоих мыслей. Не могу ощутить поддержку других фазовых кузнецов. Я испытываю одиночество. Я тоже чувствую изоляцию, бесконечную пустоту. Но знай, что ты не одинок, брат. Не представляю, как темные тамплиеры жили с этой утратой. Нас ждут нелегкие времена. Кхала больше не связывает нас, Каракс. Но мы все еще одно целое. Мы преодолеем это испытание. Ибо у нас нет другого выбора. Все как всегда. Похоже, судьба вновь свела нас, Джеймс Рейнер. Скорее, удача. Удача — понятие, которое придумали люди. Мы, протосы, видим всю канву событий, за которыми скрывается единый план. Неважно, что вы там видите. Главное — результат. Так что тебя сюда привело? Зератул считал, что твой артефакт, он называл его ключом, может привести нас к Зелнага. А где он сам? Темный прилад погиб на Айюре. Он завещал мне продолжить его поиски и найти способ остановить Амуна. Черт. Так и знал, что этот крестовый поход не доведет его до добра. Это тяжелая утрата. Я знаю, он был тебе другом. Я прошел огонь и воду, чтобы достать этот чертов артефакт. Потерял кучу бойцов. А все из-за его пророчеств. Если он хотел, чтобы артефакт был у тебя, забирай. Ну а сейчас нам надо подумать о том, как спасти город. Что там? У нас проблемы с небесным щитом, старина. Если его не починить, Августград исчезнет с лица планеты. На платформе хозяйничают мёбиусы. Эти ребята чокнутые. Они скорее умрут, чем позволят нам вмешаться. Короче, это уже задание. Сначала посмотрим военный совет. Хранитель, выведена из стазиса. Ее нейронные узы целы. Она связана с Кхалой. Стой! Я Арахана, великий хранитель Велари и твой советник. А ты, полагаю, командующий вершитель. Темный бог не подчинил тебя? Но как это возможно? Я чувствую тьму, которая тянется к каждой моей мысли, но я не подвластна ей. Хранители обучают контролировать каждое колебание Кхалы. Уверяю тебя, я не поддамся злу и буду служить тебе достойно. Я храню воспоминания и личности всех протосов, живших до того, как меня погрузили в стазис. Благодаря этому я могу делиться с тобой опытом прежних вершителей.
В этом зале ты сможешь выбирать нужные тебе войска. Я Артанис, иерарх Делаамов. Я возглавляю остатки нашего народа. Твои воспоминания действительно полезны, Рахам. Но если ты поддашься скверне Амуна, мне придется тебя уничтожить. Понимаю. Я готова к наступлению смутных времен. Идем, и ты увидишь, зачем нужны эти залы. Иерарх, панель комплектации готова к использованию. Мы можем начать в любой момент. Так, ну ладно, на этом, наверное, завершу.